Здорово, стратегии, с вами Рима. Сегодня у нас первый взгляд игры под названием Total War Arena. Сразу скажу, игра доступна бесплатно, то есть она условно бесплатная и можно играть вполне нормально без доната. Ну что ж, если вы любите легендарных полководцев, как Верцингетерикс, либо Армении, либо еще каких-то пацанов, которых вы бы хотели прокачивать, то эта игра для вас. Античные битвы, 1000 юнитов в рамках одной сессии, взаимодействие с командой как залог успеха в игре. По сути, это командная игра, ну и конечно же реалистичность и историчность эпохи. В Total War Arena довольно удобная прокачка, ну и конечно же приятный интерфейс. Кстати, в игре более 140 типов отрядов, ребята, и 10 легендарных полководцев. Но это говорит о том, что вы от скуки не умрете, если вы прокачаете какого-то там полководца и некоторые отряды. То есть вы будете все время прокачиваться и менять тактику. Кстати, здесь довольно интересная карта, как у 300 спартанцев. Ну и конечно же совместная игра. Мы можем создать свою собственную пати и играть против других людей. Ну что ж, ребят, погнали, не будем долгое время застревать в главном меню. Давайте окунемся в наши любимые стратегии времен 2000-х. Ну, только здесь удобный онлайн. Погнали. Кстати, чуть не забыл, ребят, загляните в описание видео, там есть промокод и ссылка на эту игру. Обязательно скачайте и введите промокод. Не забудьте его ввести, вы получите 50 голды и 7 дней прем-аккаунта. Промокод называется Total War Rimas. Слитно с одной R. Поехали. Давайте сначала посмотрим войска, которые нам пока еще доступны. То есть смотрите, в игре есть несколько этапов, да. То есть вы выбираете сначала полководца. Например, у нас есть 3 полководца: Армении, Баудика и Верцингетерик. Да, в общем, как-то так. Верцингетерик — это у нас Баудика, если я правильно прочел, и Армении. Давайте выберем, наверное, Армении. Да, после этого мы сможем выбрать ему отряды. У Армении довольно такая хорошая кавалерия, разведкой занимается. То есть, если вы выбираете кавалерию, то вы должны по карте быстро, да, там, кавалерия быстрого реагирования. В общем, где-то там какие-то затычки надо закрыть, где-то вас прорвали, либо еще что-то. То есть, вы должны молниеносно принимать решения. И, конечно же, избегать лобовые столкновения, особенно с копейщиками. Не говоря о других еще бойцов. Эх! Как я давно не играл в эти стратегические игры, особенно в онлайн-битвах. Так, ну что ж, мы находимся вот по этому флангу. Наши враги, по всей видимости, здесь находятся. Наша задача — захватить либо вражескую территорию, то есть флаг, либо перебить всех и также захватить. Ну, короче, захватить или перебить всех. Конечно же, всегда у нас во всех битвах всегда пытаются друг друга все захватить. Кто первый захватит чужую территорию, тот и выиграл. В общем, как-то так. Но моя цель не победа, хотя тоже это, то есть второстепенная это моя цель. Первая степенная цель, друзья мои, это у нас... Так, я, кстати, пока болтал, забыл выбрать. Ну, в принципе, у нас кавалерия, у нас сейчас... Мы сейчас быстренько перейдем в наступление. У нас кавалерия довольно быстрая. Моя цель — набить как можно больше очков. Мы видим, у нас очень много пехоты, есть только... 2 отряда кавалерии, остальные, по всей видимости, войска поддержки. Это как раз и Кинана, да, ее зовут. Вот, как-то так. Ладно, давайте рассредоточимся. Откроем обзор нашим бойцам. Мы уже видим чувачков, которые находятся поблизости от нас. Мы можем, в принципе, сейчас перейти жестко в наступление, хотя они уже узрели и, по всей видимости, пойдут назад. Наша задача — перекрывать все эти входы-выходы, чтобы не было неожиданных атак со стороны вражеских соединений. Так, здесь у нас одна конница. Что-то у них конницы, мне кажется, ну, слишком много, да? Больше, чем у нас. Это, кстати, тоже довольно хорошо. Это кто такой? Это что за полководец не открытый мне? Я даже не знаю. Так, битва у нас первых уровней. Вот это вот я неправильно сделал, то, что я в кучу поставил. Так, у нас уже первая кровь, где-то там первое столкновение произошло. По центру, по всей видимости, к нам уже пойдут. Мне кажется, нам не нужно так слишком далеко отходить от нашей базы, потому что, скорее всего, враг попытается прорваться, и у нас здесь никого нет. Я все-таки, наверное, пойду назад. Что-то обойти нам нужно. Опа, 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 опа. Ой, как хорошо. Пошла мазута. Пошла мазута. Нам надо поддержать все-таки наших бойцов. Давайте вышлем пока что 2 отряда. Один отряд оставим позади. Пошлите, натиск включаем. Натиск включаем. Один отряд оставляем здесь на отдых. Хорош, хорош, хорош. Они пытаются отойти. Кстати, при отступлении. Не знаю, как в арену Total War реализовано, но в других играх серии Total War, когда вражеские войска отступают, а вы их догоняете, они несут огромные, невероятные потери.
Впрочем, как и вот кто-то из союзников обстреливает врага и, конечно же, по своим попадает. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, слишком далеко, конечно, не будем от них, к ним, вернее, бежать. Все. Дали им, как говорится, леща. Нас кто-то обстреливает. Походу, опять свой же обстреливает вот здесь вот. Но он, в принципе, очень хорошую позицию выбрал. На тот случай, если кто-то здесь будет проходить, у него будет обстреливать. Хорошо. Хорошо, прекрасно. Получил леща, чувак, и уходит назад. Так, мы на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месте. Я, конечно же, не буду слишком это. Кстати, здесь еще одна конница. Я думаю, нашим ребятам не помешала бы наша помощь. Именно вот здесь вот. Давайте встретим вот этих вот пацанов. Хотя они идут в другую сторону. Да, я же говорю, у них очень много конницы. Моя задача вот такие вот отряды перехватывать. Это вот лучники врага. Кстати, давайте вблизи посмотрим. Кей у нас не работает, как в других Total War. Так, наши бойцы. Смотрите, здесь у нас копьеметатели находятся. И как раз Курахар, короче, идет по его душу. Хорош, 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 молодцы. Кавалерию отправляем на помощь своим бойцам. Нам надо набить как можно больше очков. К сожалению, в этот раз у нас очков очень мало. Мы видим, вражеская кавалерия просто врывается, как прям в первую брачную ночь. Так, так. Хорош. Один отряд позади оставим. Двумя отрядами будем работать. Задержим вражескую конницу. Нашего полководца кто-то обстреливает. Задержу вражескую конницу, пока наши копейщики, союзники их не перехватят. И они очень хорошо справляются с этой задачей. Так, ну мы пока что выигрываем. Но это от поры до времени. Может, как говорится, чаша удачи может перевернуться. Хорош. Хорош. Одного мы вынесли полностью. Вроде бы нам сообщили. И мы пытаемся добить вот этих вот чуваков. Там, кстати, лучники вражеские. Давайте к ним быстренько сделаем рывок. И попытаемся их расшатать. Включаем натиск. Ой, как хорошо влетели. Прям как в первую брачную. Вы посмотрите, дорогие друзья, какая красота. Хорош, 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 хорош. Так, вражеская кавалерия к ним приходит на помощь. Нам надо, мне кажется, все-таки отойти, наверное, да? А хотя нет, у нас есть подкрепление, мы можем F3 нажать и попросить помощи. Вот так вот дать им знать, то, что я вот жду от них такую вот поддержку. Это вы нажимаете F3. Так, заходим к лучникам. Хотя назад, 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 назад. Нам надо просто свалить отсюда к нашей базе. Включаем рывок и свалим к нашей базе. Хотя мы можем, в принципе, и по этим поработать. Включаем натиск. Включаем натиск. У нас большие потери. Блин, я не знаю даже, что делать. Что делать, ребят, что делать. Ладно, свалим, свалим. У нас пока еще... Вот она, поддержка к нам приходит. К нашим ребятам подходим. Отходим к нашим ребятам. Хорош, хорош, хорош. Дадим немного им отдохнуть. Мы уже на третьем месте. Очень хорошо мы сработали по вражеским лучникам. Вот они, кстати, те самые вражеские лучники. И давайте попытаемся догнать их. Вот смотрите, он тупой, да, вот. Отправляет три отряда пехоты. Один отряд достаточно, да, чтобы их погонять. А два отряда уже отправить на добивание других пацанов. Включаем ускорение. Включаем ускорение, догоняем лучников вражеских. Кстати, здесь у нас еще и два отряда мечников. И их база не за горами. Ну что ж, хорошо. Что ты там стреляешь по мне, да? Ну давай. Хорош. Хорош. Небольшие подвисания. Что-то у нас лаги какие-то произошли. Ух ты, нифига их тпшнуло. Ой, ребята, нифига их тпшнуло. Нормальных так тпшнуло, да? Включаем натиск. Ой, как хорошо. Прекрасно. Что-то там было показано, да, непонятно что, но мы их очень хорошо добиваем. Уходим в лес, уходим в лес. Так, вражеские пацаны к нам приходят. Давай, 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 помогай, 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 братан, помогай.
Иди сюда потом сразу. Так, мы спрятаться не успели, к сожалению. Я думал, мы сможем здесь спрятаться. Нифига, мне жестко так обстреливают прям. Я уже на втором месте. Довольно активный образ жизни я веду, кстати, в этой битве. Это очень хорошо. Добиваем этих пацанов. К ним подходят ЧПДейлы, пытаются им помочь. Ну, конечно же. Мы сейчас их немного потеребуним, ребята, и сразу же отойдем назад. Мы выигрываем, да, это у нас победа, по всей видимости. Очевидная победа, мне кажется. Тем более мы начали захватывать их базы. Дорогие друзья, мы на первом месте. Нам надо держать планку. Планку первого места, ребята. Отходим назад. Смотрим, что у нас здесь происходит. Я думаю, пора нам уже захватывать базы. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Идем, идем захватывать базы. Мы на первом месте. 3972. Прекрасно. Пошел захват. Пошел захват. Мы, по всей видимости, их всех перебили, да? Я даже могу выделить им какой-то отряд. Отряд Армения. Вот отряд Армения. Еще обратите внимание, в этой игре очень хорошо реализованы. Смотрите, вот если мы скачем по дороге, друзья мои, то есть наша скорость увеличивается в несколько раз. Вот сейчас мы скачем тупо по поляне и все. Так, здесь у нас колеблются пацаны. Давайте обойдем их с этой стороны. Хорош. Так, здесь у нас натиск, скорость плюс 50, разбег и, конечно, еще в ближнем бою. И вот отряда что-то там не хватает. Прекрасно. Невероятная битва. Очень хорошая команда у нас слажена. Конечно, есть кое-какие были косяки с моей стороны, со стороны с моей командой. Ну, победа есть победа. А, как говорится, победители не судят. Правильно? Правильно. Победители только творят историю. Это правило истории. Невероятная битва. Невероятно. Если честно, знаете, вот когда играешь вот такие игры, вот действительно, ну просто обалденно смотрится все. Лучшие игроки. Only Skill и Wolf Rose. Хотя был я на первом месте, ладно, не понял. Ну, по всей видимости, я там реально накосифурил. Или может быть у меня из-за того, что аккаунт не оригинальный, а мне выдали аккаунт, пресс-аккаунт, чтобы я там никуда не было. Не знаю, может быть и так. Вот такая вот битва. Результат битвы. У нас победа. Счет. Скоро, кстати, буду уже второго уровня. Мы зарабатываем серебро 9649. Свободный опыт 283. Кстати, тот самый свободный опыт, о котором я говорил. А также всадники у нас. То есть отряды тоже прокачиваются. Не только кто это у нас? Армении, кажется, да. Не только Армении, но еще и всадники, и отряды. И, в общем, здесь все прокачиваются. Так, какие у нас есть еще войска? Вот давайте вот эту вот красавицу посмотрим. Так, войско мы можем здесь тоже прокачать. Кстати, стоп. А ну-ка давайте обратно выберем наш отряд, на которых мы катали. И, например, возьмем простой узел, что добавляет боевого духа плюс 5. Вот так, мы его приобрели. Хорошо. Еще волосы какие-то там прикольные, да? Так, обычное копье, характеристики, информация. Кстати, стоп, щит конницы. Мы можем изготовить за голду. Вот смотрите, вот такой щит мы можем сделать, либо такой. Но это, по всей видимости, скины какие-то, да? Меха мы можем купить. Смотрите, какой устрашающий вид у них, а? Невероятный. Обалденно просто. Ну и щит, мне кажется, вот это вот, такие узоры, прям красивые. Купили мы щит за голду. Прекрасно. Так, дальше информация. Ну, здесь, в принципе, лор, всадники и так далее. А откуда они были откуда они вообще вышли, и, как говорится, их предыстория. Мы можем добавить еще один отряд, да? Так, а второго уровня какие у нас отряды доступны? А вот эти вот доступны, и еще какие-то всадники. И третьего уровня тоже так же у нас. О боже, сколько у нас уровней, вы посмотрите. Здесь вообще просто бати какие-то жесткие. Ну и исследования. Исследовать мы не можем, так как у нас, да, не хватает навыков. Ну и этих, да. Так, племенные войны. Бесплатно заменить.
Здесь у нас тоже мы можем. Ну, в принципе, древо здесь очень хорошее. Это не та игра, в которую я играл. Молодцы разработчики, ее доработали прям обалденно. Ну что ж, господа, с вами был Рибас. Подписывайтесь на канал, обязательно зайдите в описание. Там все ссылки на эту игру. Присоединяйтесь, игра бесплатна. Можно играть вполне нормально, без доната, как я, в принципе, уже говорил в начале этого видео. Встретимся на поле боя. До скорых встреч.